Друзья, рядом со мной представитель замечательного края, Удмуртский. Близкий моему сердцу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я представитель пельменей из Удмуртии. То есть у нас есть свой собственный завод. И помимо завода мы представляем других производителей. То есть мы можем дать хорошие объемы и удовлетворить все потребности. Расскажите, да, пельменный край. Расскажите, пожалуйста, что интересного в рецептуре, что интересного в традициях у вас? Пельмешки. У нас каждый год проходят фестивали пельменные в феврале. Можете, кстати, приехать посетить наш фестиваль. Пельмени совершенно разных начинок. Мясо капустное, мясо картофельное. В общем, мы все можем угодить по каждой вкусовой гастрономии. Замечательно. А перепечи? Отдельный вид искусства. Перепечи – это вообще это чудо. Мне кажется, вот моя мама заманила моего мужа, наверное, перепечами. Она их покорила ими. Путь к сердцу мужчины лежит через перепечи. Получается так, да. И мы сейчас в Пятерочке поставляем перепечи. Мы вышли вот на этот уровень. Планируем Москву с перепечами в Пятерочке к вам. Давайте покорять Москву перепечами, потому что мы уже понимаем, что перепечи – это путь к счастливым семьям. Да, все верно говорите. Мне кажется, бесконечно можно их кушать. Абсолютно верно. Есть у вас наверняка свой стенд, куда мы могли бы отправить всех посетителей нашей выставки, чтобы они пришли к вам, посмотрели, что интересного у вас там есть? Да, конечно, у нас есть стенд, как раз где написано, что мы из Удмуртии. Что еще вам там интересно можно найти? Найти выпечку, перепечи, пельмешки, может быть, какие-то еще виды продуктов у вас там есть? У нас есть мед, чаи, тоже национальные из Чаги. То есть приходите, будет интересно. Друзья, Удмуртия, кладезь здоровья и вкуса. Давайте дружно захватим удмуртскими продуктами московский регион, и все будут счастливы. Мы только за. Пожелаем вам удачи на нашей выставке и, надеюсь, до встречи в следующем году, когда вы будете рассказывать, что уже абсолютно все ритейлеры выставляют перепечи на всех своих полках. С удовольствием мы вас угостим и будем рады видеть везде нашу продукцию. Спасибо большое. Удмуртия, привет!